С завтрашнего дня на 2 недели будет закрыта дорога на выезде из Атырау. Так, с 6 часов утра будет полностью закрыт перекресток у железнодорожного моста, а также и дорога, ведущая в микрорайон Геолог. По информации акимата, на этой территории планируется проведение ремонтных дорог. Также на пересечении улиц Амандосова-Бергалеева будет временно приостановлено движение транспорта. Транспортные средства могут следовать по альтернативным маршрутам, а регулировка движения автотранспорта будет организована дорожно-патрульной службой управления полиции города Атырау.